большой-большой привет! Я только что вернулась с почты, получила я наконец-то свою посылочку от Ивраше. Очень-очень я ее ждала, и как-то шла она мне долго, хотя обычно все посылки приходят мне где-то за 7 дней, ну, не считая сбора посылки. Вот, я только открыла коробочку, но я еще даже не смотрела, что мне там пришло, ничего не трогала, ничего не нюхала. Хотела сделать это вместе с вами. Ну и давайте приступим. Значит, вот этот тот заветный листок, где описано то, что я заказала, его стоимость и некоторые подарочки. Ну, вот кому интересно, посмотрите. И давайте приступим. Значит, первое, что мне попадается, это вот такое вот масло для загара от Protectil Vegetal. Извините, я английский не учила, поэтому я не знаю. Точнее, это даже не английский, а французский. В общем, не учила ни то, ни то. В общем, так, что у нас здесь написано? Растительный протектив, масло для загара с SPF 6. Здесь 150 мл. Советы по применению. Солнцезащитное средство с невысокой степенью защиты для матовой и уже загорелой кожи лица и тела. Защищает от ультрафиолета, увлажняет кожу и идеально подчеркивает ваш загар. В общем, такое вот классненькое средство. Оно, кстати, такое маленькое, я думала, оно будет побольше, хотя здесь 150 мл, это, конечно же, немного. Ну, в общем, как-то вот так вот. Где-то от кисти руки до моих пальцев. В принципе, небольшое. Давайте понюхаем, как оно пахнет. Пахнет очень классно. Кстати, запах точь-в-точь, как масло для тела и волос с цветком тиаре. Кто покупал и пробовал, тот меня поймет. Вот. Кстати, вообще запах вот один в один. Мне даже кажется, что туда налили именно это масло. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Возможно, именно вот в это масло добавлены экстракты этого тиарового цветка. Ну, по крайней мере, здесь не написано. Ну, в общем, я возьму его с собой на море, буду его пробовать и уже потом вам о нем расскажу. Стоило это средство, это масло, 470 рублей, и на него была скидка. В общем, обошелся он мне в 329 рублей. Ну, в принципе, как-то так средненько. И не дешево, и не дорого, но пойдет. В общем, посмотрим. Дальше. Кстати, расскажу вам. Я заказываю и делаю свои заказы благодаря одному форуму. Внизу я напишу вам его ссылочку. В общем, если бы не этот форум, я вообще бы просто запуталась в Ивраше, не смогла бы ничего заказать. В общем, я беру там и бланки, и всякие коды, и что я там только не беру. Практически все уже я там изучила тщательно. Вот, вы тоже, кстати, зайдите. Очень хороший форум. Я всем-всем-всем его рекомендую. И, в общем, увидела я там у одной девушки новые товары, которые не представлены на российском Ивраше, но они есть на французском сайте Ивраше. И я тоже взяла эти коды, и они у меня пробились. Ура! И, в общем, я, конечно, их тоже заказала, и сейчас я вам их покажу. В общем, я заказала два по цене одного. Вот такие вот классные штучки. Они идут по 400 мл. Вот такие вот большие. У меня это Плезир Натюр. Это смузи, лимитированное издание. То есть его, скорее всего, выпустят летом, но пока на сайте оно еще не представлено. Но это гель для душа такой, манго и маракуйя. Ну, кто заказывал вот такие вот большие бутылочки, вот тоже знает. Очень такой красивый цвет. Господи, как эта штука пахнет! Это просто что-то потрясающее. Пахнет действительно манго. Вообще такой ярко выраженный вкус, такая вкусняшка. В общем, давайте я обмакну пальчик и вам покажу эту штуку. В общем,
Вот так вот она выглядит, да, в принципе, как и обычный гель, такой ярко-желтенький. Запах так это вообще просто обалденный. Вот я чувствую манго и запах такой свежескошенной травы. Какого-то бамбука даже. Почему-то мне так кажется. Но я люблю такие запахи. Очень классно пахнет. Вообще просто супер. Значит, эти два геля обошлись мне 199 рублей всего. То есть два по цене одного. Обычно на сайте Евроше не пробиваются такие гели и вся вообще серия Презернатюр, но именно вот эта вот новиночка у меня пробилась, я очень-очень довольна. Там вообще появились две эти новинки, одна кокосовый ананас и вот манго и маракуйя. Ну, я решила взять именно эти гели, как-то они мне так больше понравились. В общем, очень-очень я довольна. Итак, дальше. Дальше тоже из такой же новиночки я заказала вот такую вот маленькую туалетную водичку. Тоже манго и маракуйя. Тоже лимитка, видите, здесь написано смузи. Такая тоже ярко-оранжевая крышечка. Такая жидкость. Так, и что у нас здесь написано? Значит, смузи, тоже лимитированное издание. Туалетная вода, манго и маракуйя. Здесь 20 мл. Итак, понюхаем. Так, сейчас я это все сбрызну. Пахнет, босс. У меня просто даже нету слов. Потрясающий запах. Вообще что-то пахнет манго именно. Какой-то такой конфетный запах. Супер, все, я влюбилась в этот аромат. Наверное, возьму себе большую бутылочку. Такая вот маленькая штучка. Стоила эта маленькая штучка 229 рублей. И она тоже у меня пробилась со скидкой по бланку. Вышла она мне в 160 рублей. Следующая, также я заказала вот эту вот еще новиночку. Это кокос и ананас. Такая вот, видите, беленькая жидкость, да, как и кокосовая. Тоже самое лимитированное издание, тоже 20 мл. Сейчас тоже понюхаем. Так, нанесу на другую руку. Вот именно смешано кокос-ананас, пахнет. Вот как это называется, пина колада, да? Супер! Все, это мои две любимые туалетные водички. Советую вам их заказать. Закажите сейчас, тем более сейчас они идут по скидкам. Очень классно. Такие вот туалетные милашки. Итак, дальше. Следующее, что я заказала, это, ну, я думаю, все уже знают вот эту вот маску, да, для лица. То есть первый шаг, второй шаг. Значит, это у нас домашний косметолог, сеанс, яркий цвет лица, пилинг плюс маска крем-увлажнение, 2,6 мл. В общем, здесь написано, что нужно делать, насколько оставлять. Вот, попробуем, что это за маска такая. Вообще, я люблю все маски от Evroche. Мне кажется, это тоже мне очень-очень понравится. Эта маска стоила 59 рублей. Стандартная цена. Скидка на нее не распространяется. Ну, в общем, попробуем. Ой, как классно пахнут эти туалетные водички. Прям я балдею. Ну и теперь остались подарки. Первый подарок, который мне прислали, это очередная тушь. У меня уже этих тушей просто, я не знаю, замазюкайся. В общем, такая тушь от Evroche. Она такая розовенькая. Лаш. Ой, в общем, маскара. Я не буду читать, коверкать этот язык.
Color Nature, тушь для ресниц, разделение и объем. Ну, естественно, черный, 9 мл. В общем, разделение объема. У меня также есть еще синяя тушь, наверное, из этой же серии. В общем, вот такая тушь. Я вообще, честно, не крашусь. Крашусь, наверное, только раз в месяц, и то только ресницы. Не знаю, кому-нибудь я ее подарю. Там посмотрим, будет видно. Следующее. Это, как обычно, мне пришли три пробника. Вот такой вот Cure Solutions. Это роликовый для глаз. В общем, такой вот. Дальше. Концентрат стройности, который мне нафиг не нужен. Ладно, кому-нибудь его отдам. Хотя, в принципе, в моей семье он даже никому не нужен. Ну, вот такой Абсолют розы, который раз мне уже приходит. Еще, конечно, я не открывала. Ну, цветочные запахи я не очень люблю, у меня от них болит голова. Я больше любитель цветочно-фруктовых и вообще сладких ароматов. И последний подарок, который мне прислали, который я тоже очень-очень хотела, это вот такой вот со-эликсир. Но это не парфюмерная вода, это туалетная вода. Такая красивая коробочка. 30 мл. Давайте прочитаем. Компоненты растительного происхождения. Бергамот, розовый перец, жасмин, роза, пачули, бобы тонко. Такой богатый аромат. И давайте откроем его и посмотрим. Я сейчас немножечко пошуршу. Вот такой вот пузыречек. Он такой шершавенький. Со-эликсир. Мне вообще приходили пробники парфюмерной воды. Как-то я вначале нюхала этот аромат, он мне как-то не очень нравился, потому что пах он чем-то таким женским, более для девушек от 30 лет, как мне кажется. Но потом как-то я посмотрела другими глазами на этот аромат, и он мне стал уже нравиться, поэтому я вот решила все-таки заказать по этому бланку, где он идет в подарок. Давайте понюхаем. Такая вот крышечка, пульверизатор. Да, пахнет он именно так, как и в пробнике, хотя это туалетная вода, мне приходила парфюмерная вода. Классный запах, вот мне он сейчас стал нравиться, да, хотя поначалу, как я и говорила, мне не нравился. Вот он мне напоминает какой-то парфюм, я вот не помню какой, но вот когда-то в детстве я вот его ощущала. Он такой, знаете, вот лично для меня это такой не летний запах, даже, скажем, какой-то вечерний. Либо на какие-то холодные времена, вот осень, зима, мне кажется, будет самое то. Сейчас он, конечно, для меня немножечко такой удушающий. Я летом люблю пользоваться более легкими парфюмами, туалетными водичками. Этот, конечно, рисковат. Но в целом он такой приятный, сладенький. Вот ощущаю я даже жасмин. Неплохой аромат. Мне он понравился. Буду им пользоваться с удовольствием. Надеюсь, он будет держаться подольше. Вот. Ну, дальше мне еще тут положили вот такой вот бланк, как обычно. Ну, я эти бланки вообще не смотрю, так как на форуме все это расписано подробно. Вот, зайдите, почитайте. Ну, такие бланки, в общем, это бланки подруги. Ну, так, в принципе, нормально. Вот. Ну, это был весь мой заказ. Надеюсь, вам было интересно. Вот, скоро мне придет, кстати, еще одна посылочка в Раше, я обязательно сниму видео. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.